Всем привет, канал «В поисках клада золота и сокровищ» от Викринга. Значит, что, копаю в глухой чащобе, такие вот 200-300-летние сосны, огромнейшие просто. И что, сейчас есть такая ямочка у меня. Значит, что интересно, вот такой выкопал, смотрите, кусочек, вот такой вот он. И что интересно, что он у нас звенит. Ну что, будем в прямом эфире смотреть, что тут у нас. Аж самому интересно. А вдруг золотишко, ребятушки? Сейчас смотрим. Нет. Да, мы там все-таки здесь в крупником. Потихонечку разламываем. Заглядываем, что там. Так. Упало. Надеюсь, что здесь. Да, здесь. Ага, ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас, надеюсь, вам видно будет. Так, сейчас этот. Да, прям тут. Сейчас так на солнце стану на свет, чтобы было получше видно. Тут прям видно отпечаточек. Сейчас стану вот здесь на солнышко, чтобы вам показать. Так, что-то тут тоже как-то на солнышке не очень. Прошел хороший такой ливень, отлично сигналы идут. Не все показываю, потому что комары просто зажирают. Сегодня вышел сам. Прям отпечаток какой-то. Как трава какая-то странная. Прям так, а ну-ка. Не знаю как. Вот так, наверное, получше будет, да, точно. Вот прям отпечаточек в этом комке. Так, это 5 копеек. 1000. 950 года. Всех прошу говорить, как я, полностью год, потому что человеку непонятно сказать 50-й. Не знаю, надеюсь, вам видно. Так, стоять, мой пятачок. Так, зачетненький пятачок. С этой стороны. Ну да, не похоже довольно-таки. Качество. Сохрана, точнее. Песочно-лесной. Даже не буду тереть его. Поэтому давайте не переключаемся. Это же канал Викринг. В поисках сокровищ золота от Викринга. Давайте. Кто впервые на нашем канале, ставим лайки. Подписываемся на колокольчик. Ни в коем случае не переключаемся. Потому что это реально круто, ребята. Посмотрим, что тут еще может есть. Да, возможно, еще монеты. Сейчас этот пятак убираю в сторонку. Сейчас проверим еще, может быть, тут что-то есть. Может быть, еще что-то. Может быть, кошелечек или какой-нибудь золотишко еще тут вместе с ним. Потеряно, сейчас посмотрим. Так. К сожалению, наверное, нет. Ребята, к сожалению... Похоже, что непонятно. Сейчас на всякий случай еще раскопаюсь капельку, мало ли. Может быть, все-таки что-то еще есть. Вот так. Хотелось бы еще хотя бы монет 50-100 таких взять. Ну что, редкий год какой-то бы попался. Комары зажирают, жира. Так, что-то похоже, что здесь все. Но все-таки негромко хочу сказать. Золото! Золото! Викринг, Викринг! Подписываемся, лайки, прям дальше. Не переключаемся, все только начинается. Будет неимоверно круто и интересно. Всем привет! Золото! 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 Канал Викринг. Наверное, ты зашел впервые на наш канал. Это неимоверное супер приключение. Поиски сокровищ. Заброшки, огромные болота и реки, где мы на лодках с магнитом достаем неимоверные крутейшие артефакты. Ни в коем случае не переключайся. Сегодня ты увидишь то, что стало реально сенсацией Ютуба. Когда мы пришли с этим золотом в музей, нам не поверили. 12 килограмм чистейшего золота, которого фашистский генерал-оборотень пытался спрятать и вывести в Германию. Нет, сказали мы, все артефакты, все находки, которые мы делаем.
по фашистской генеральской карте, которую мы обнаружили на огромном бронзовом листе. Не видел, не знаешь, зайди, посмотри. Сегодня ты увидишь реальную сенсацию. Супер раскопки, которые мы просто сделали по этой карте. Этот слиток, он тяжеленный. Многие говорят, как ты его держишь? Наверное, тебе не хватило бы силенок. Да, ребята, силы есть, когда забираешь у фашистского генерала-оборотня такое золото, передаешь в музей, ты понимаешь, что жизнь удалась, что мы прямо вперед. Да смотри до конца. В конце ты увидишь рекламу наших лучших видео. Есть колокольчик. Есть подписка, есть супер крутые видео. И самое главное, все самые классные, успешные люди. Ставим лайки, не вдахи, дизлайки. Прям вперед. Всем привет. Телевизионный канал Виклинг желает вам процветания и благополучия и богатства. Мы начинаем очередную серию поиска сокровищ фашистского генерала Вермахта. Как всегда, наша классная, крутая подкова на счастье для вас и для нас. Мы его так целуем. И давайте, ставьте нам лайки, потому что это нас очень классно мотивирует. Сейчас мы идем в этот глухой лес. Очень долго искали по спутнику, по картам, по нашим старинным. В общем, должно быть очень классно и интересно. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. Давайте, гоу, пока. Включил. Андрей Александрович, ну что там это? Вот что. Ух ты, круто! Это немец, кстати. Класс. И притом целый. А вот Рай, это посмотри. Находочка со старта. Рань, смотри. Первая находочка. Смотри. Не успели зайти в лес. 2186, 26, 35 год. Вот стоит. Круть. Сейчас покажу вот так. Кстати, так редко вообще встречаются целые. Смотри, видишь? Да. Очень круто. Так, отличненько. Продолжаем дальше. Все-таки правильно мы идем по нашей карте. Немецкий генерал, здесь бы стояла его палатка за этим бугром. Долго искали это место. Сейчас будем дальше смотреть, что там будет. И все будет много интересных находок. Давайте ставьте лайки, подписывайтесь. Сейчас работаем по карте, которую мы обнаружили фашистского генерала. Очень интересная находка получилась, сенсационная. Значит, мы ей разобрались, там показаны определенные места, где что-то было спрятано. Но, к сожалению, из-за того, что карта состоит из ряда частей, мы работаем по одному фрагменту, конечно, тяжеловато. Но вот мы считаем, что мы нашли примерное место, где, которое указано под тем координатом по картам немецким Третьего Рейха. Поэтому будем заниматься сейчас искать артефакты, которые на этой карте указаны. И, конечно же, как будто эти находки будут сигналы, мы будем включаться, чтобы вам было интересно. Просто так время ваше не будем отнимать. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Виклинг. Это очень классно нас мотивирует. Мы вам гарантированно обещаем, что будем снимать продолжение. И будет очень интересно. Давайте вместе за приключениями. Виклинг. Видишь, да? Да. Получается, вот корни подняло. Лежат две гильзы под корнями. Ага, да, ага. Подумал, покажу. Немецкие. Стоит год. Сейчас скажу. 38-й. 1938. 1938.
Идем дальше. Давай. Это есть какое. Это ободок бронзовый от снаряда. Так он выглядит. Вот здесь сзади прям видно его зубцы. Есть? Да. Показывает монету. Сейчас посмотрим. Что у нас тут? Не видишь этот бронзовый от снаряда бронзовый ободок. А по проводимости показывает 2026 как монета. Олег, кстати, на что пищит сейчас? Не, ну, понимаешь, ты же сам видел, я по тебе показывал, как будто бы лежит монета, выкапываешь, это не монета. Поэтому, понимаешь, ну, то есть прибор работает на цветные металлы сейчас. Ну, продолжаем дальше, посмотрим. Да, видишь, смотри, как песок копается. Угу. Вот прям видишь, как... Сейчас стану как-то под углом. Просто... Солнце падает. Угу. Глубоко лежит. Посмотри на песок. Я сейчас его вычищаю. Подпрессованный. Это корни, самое неприятное, что может только быть, если честно. Да. Что-то есть глубинный сигнал идет. Будем копать. Сейчас поставлю сюда так прибор. Это надо в лопату звенит.
Просто что-то интересное. Почему? Потому что я вижу сразу по песку. Песок такой плотный идет. Не копанный. То есть копалось не сегодня, скажем так. Не мусорник. В яме сигналы. Один сигнал уже выкопали. Уже сегодня накопали их на штук 200. Ямку уже хорошую выкопали. Все гильзы вам не показываю, вам такое неинтересно. Такое глубинное, конечно, интересно показать. Глубинный сигнал, это всегда интересно. Там в углу, где идет сигнал, получается, мешает корень. Сейчас будем его доставать топор, вырубывать. Такой топорик у нас. Нужно помешать выкоп. Так, убрал корень. Сейчас топор далеко не убираю. Может быть, мина. Не, ну я тебе скажу так. Сейчас мы это узнаем. Уже скоро выкопаем. Скоро выкопаем. Сюда просто подбой нужно сделать, понял? Сейчас сюда буду залазить. Много корней. Сейчас, что-то тут есть. Смотри. Что это? Это какая-то куколка. Видишь, какого-то жучка. А ты близко не прихватишь. Мы уже включились. Продолжаем копать. Жарковато, если честно. Что ударил? Сколько уже можно рыть? Есть. Золото! Капец, это золото. Золото, капец. Сейчас буду расчищать, подожди. Сейчас, капец, класс. Класс, золото. Сейчас. Сейчас буду тоже свой телефон доставать, подожди. Давай. Есть, наконец-то. Сегодня немерно портануло просто. Фух, класс. Просто хай-тек. Сейчас будем доставать золотишко. Сейчас включаю вторую камеру. Сходил, сейчас взял такую классную лопаточку. Буду ей расчищать. Так, поставлю сверху камеру. Колоссальный слиток золота на килограмм 12-15 вытащили, сейчас очень долго копали. Там еще есть другие артефакты, другие слитки, но мы даже не знаем, будем ли это мы вам, если честно, показывать, потому что, ну, вы должны понимать, что такое не каждый согласится показывать. Мы, конечно, любим показывать свои крутые артефакты, очень нуждаемся в ваших лайках. Виклинг наш канал называется. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Это нас очень классно мотивирует. Мы работаем, сейчас 40-градусная жара. Тяжело это копать, если честно. Этот лес перекопали очень плотно. С раннего утра здесь работаем. По классной нашей карте, которую мы выкопали. Фрагмент карты у нас есть. Смотрите предыдущую серию. Карта фашистского генерала. На ней показаны десятки мест с классными артефактами. Ну, если честно, мы сегодня в восторге. Кричали на весь лес. Ура, золото. Сейчас уже говорим тихонечко. Ура, золото.
Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Канал Викинг. Сегодня новые, неимоверные находки. Бандитские 90-е. Реально крутейший артефакт и другие находки были обнаружены сегодня в глухом лесу под этим старинным пнем, прикрытый вот этим мусором. Мы уже расстроились, думали, что находок сегодня не будет. Но в кожаном чемодане лежал вот такой вот классный пистолет. Вот сейчас достал обойму, обойма пустая. К нему в комплекте было зарыто, сейчас покажу вам, 150-200 патронов. Неимоверно крутая сенсация. Но самое главное артефакт, я сейчас так убираю, это, конечно же, неимоверная шкатулка, дубовая по всей вероятности, в которой мы обнаружили самый дорогой артефакт. Именная бутылка вот такого крутейшего коньяка. Видно? $50 000. Ну, я думаю, что мы за $50 000 не продаем. За какие гроши мы с тобой сами выпьем. Но что самое интересное, это же, конечно, карта. Потому что, когда выкапываешь карту, остальных сокровищ понимаешь, что жизнь удалась. Поэтому карта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть складов как минимум. Это самая ценная находка, которая сегодня была сделана. Поэтому, что, ребятушки, я вам хочу сказать. Самое главное, не переключайтесь. Второе. Всем своим знакомым друзьям. Бандитские 90-е. Первая часть. Посмотрели. Обязательно посмотрите. Бандитские 90-е. Вторая часть. И теперь, конечно же, у нас выходит Бандитские 90-е. Третья часть. Неимоверно интересно. Ну и, конечно же, потом выходит четвертая часть. И у нас не только крутые видео по бандитским 90-м. У нас и золото, и бриллианты, и сокровища. И граф Карл Сакин с его бриллиантами. И Наполеон, и фашистский генерал. Реально крутейшее видео. Смотрите, не пожалеете. И самое главное, второе и третье. Не переключайтесь, Викинг — это всегда интересно и всегда провокационно. Всем привет! Классный канал Викинг. Сегодня выехали за новыми приключениями, поисками сокровищ. Не переключайтесь, будет очень интересно и провокационно. Классный сигнал. Сейчас будем копать его. Подходи, покажи. Вот здесь что-то лежит. Сейчас проверим, что это. Выкопали уже, показывает. Ага, вот я нашу. Ага. Интересная находочка. Надписи на капсуле. Сейчас выключу пока не прибор. Какой необычный. Ты меня, ты видишь? Посмотри, какая необычная форма. Ты видишь, глянь? Это Первая мировая. Видишь, как сделано? Видишь? А здесь у нас сейчас. Так. Нет, это не. Наверное, не пирамид. Тут 43-й год стоит. Это какое-то немецкое. Вот сейчас, глянь, вообще какое-то немецкое интересненькое такое патрон. Форма, посмотри, какой необычный. Не знаю, я таких вообще не находил. Ты видишь? А может, все-таки даже и Первая мировая. Сейчас посмотрим. Но то, что таких я еще не находил за 30 лет раскопок, это однозначно. И вот покажи. Тут стоит 43-й однозначно. Вот, смотри. 43.
Видно, да? Такая классная находка. Такая необычная. Однозначно это немецкая или американская. Ну, не знаю. Если не находил, то не находил. Поэтому давайте, кто знает, пишите. Будет интересно всем узнать, что это за такая классная крутизна. Да, это, конечно, неделя экспедиции нельзя прошла. Глянь, как переваривается. А ну-ка не двигай, пожалуйста, сейчас. Руками сейчас. Не могу, не могу сфокусировать. Не? Охренеть просто, реальные брюлики. Немножко трясутся просто, ну. Вообще крутая находка, вот это я понимаю. Слышишь, я сейчас стану там к этому пню. Я тебе скажу откровенно, сегодняшний артефакт это просто супер. Золото! 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 Тише! Бриллианты! Тише! Бриллианты! Отличные брюлики. Слышишь, сколько тут карат, капец, короче. Ну, рука трусится, хоть бы не уронить, короче. Это реально просто супер артефакт. Слушай, ну, реально классная находочка в этом месте, неожиданно. Давай, покажи так мне. Знаешь, наконец-то этот сезон мы закрываем с тобой. Ну, не знаю, насколько, ну, 350 тысяч долларов. Маловато, конечно, для закрытия сезона. Но ничего не поделаешь. Самое главное, это что, ребятушки? Единственный канал Викинг, который показывает крутые артефакты, бриллианты, золото, сокровища, слитки золота. Поэтому мы всегда вам говорим честно, давайте нам лайки. Потому что такое стоящее крутое видео. И самое главное, те, кто находит такие неимоверные сокровища, такие бриллианты каждый день, ставьте нам дизлайки. Мы тоже не стесняемся, готовы понимать вашу позицию, и мы ее принимаем. Те люди, которым нравится наше видео, которым нравится наш немеренно крутой канал Викинг, давайте, пишите классные комменты. Только самое главное, не пишите оскорбления, маты, и не надо, посмотрите по сторонам. Надо уже отстреливаться. Не пишите, пожалуйста, маты, и мы удаляем. Если человек написал нам больше 50 матов, пожалуйста, не обижайтесь, мы таких пользователей, мы вас очень обожаем, но мы вас удаляем. Поэтому давайте. Ставим лайки, классный канал Викинг, золото, сокровища, бриллианты, провокации, приключения, Чернобыль, зомби. Самое лучшее видео на нашем канале. Включаемся, очередной сигнал. Надеемся, что это будут очередные артефакты, связанные с нашим фашистским генералом, с тайным орденом. Посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Это на руке. Но это, к сожалению, не фашистский генерал. Ну, возможно, он что-то пил. Будем искать дальше. Будет интересно, если надо встречаться. Сейчас здесь нашли пулю. Быстро посмотрели в интернете. Она принадлежала черному немецкому ордену, выпускалась специально под них, очень интересно, 43-го года, маркировка, вообще такие пули были железные, но это было, это именно латунная, в общем, будет очень интересно, будем вникать в этот черный орден, я думаю, что будет очень интересно, будем обязательно вам рассказывать. Так, пищит как монета. Сейчас посмотрим. Хотелось бы золотишко сразу в начале раскопок поднять, чтобы вам было поинтереснее. Очень охота золотишко сразу. Самое главное, чтобы не было пробки, чтобы вы не разочаровались. Выкопали. Будет очень интересно, не переключайтесь. Здесь что-то лежит сейчас. Это было сито. Сито все-таки брать. И говорят, вот нашел внимание, к сожалению. Но все равно не переключайтесь, дальше еще будет интересно. Такой вот бронзовый ободочек от снаряда. Надеюсь, вам видно. Вот так вот. Если не видно или плохо видно, пишите, мы будем обязательно
лучше вам показывать, чтобы вам было интересно смотреть. Такая классная находка. Не переключайтесь, идем дальше искать сокровища. Есть хороший сигнал. Показывают то пробку, то монету. Сейчас будем смотреть, что это. Прям под шишкой лежит здесь. Самое главное, это не переключайтесь. Очень интересно. Работаем уже шестой день в лесу. Очень много интересных артефактов. Приедем, будем выкладывать, показывать вам их. Я сейчас подраскопаюсь. Выкопали. Ага, вот вижу. Вот. Это гильза Первая мировая. Все-таки звенела как монета. Калибр. Помоем, думаю, покажем. Классные находки викинг. Продолжение следует. Не переключайтесь. Так, очередной интересный сигнал. Копать его. Уже охота выкопать золото. Да, выкопали. Сейчас посмотрим, что это у нас. Золотишко наконец-то. А нет, не золотишко. Ну тоже интересно. Такая пуля. В таком классном сохране. Классная находочка. Видно? Я надеюсь, вам видно. Не забывайте написать, если плохое качество, а вы что-то не видите. Мы вам обязательно сможем потом. А вот смотри, тоже внутри. Покажи. Надеюсь, вам видно. Очередной классный артефакт. Крутые поисковые экспедиции, канал Викинг. Тут сигнал блинкающий. Такой копать не будем. Хотя, знаешь, наверное, сейчас таки будем его копать. А вдруг здесь золото лежит, сейчас посмотрим. А мы пройдем его, странно, просто замыкает. Сейчас копну на всякий случай на штычочек, посмотрим, что здесь. Может, что-то выйдет интересно. Сейчас проверим. Слабое, как я предполагал, но нет. Сейчас еще раз прочищу капельку. Возиться больше не будем. Лучше копать четкие сигналы, особенно там, где золото лежит. И понимаешь, что интересно, так? Тут что-то есть, но очень мелкое. Мелочевкой заниматься не будем. Слишком много времени на это тратится. Только нужно крупное. Золотишко поднимается, так интересно. Так. Давайте за мной быстрее, не переключайтесь.
вглубь забрели. Так, пойдем сюда, вот так пойдем. Аккуратно ветки. А, вот смотри, для накопателя, подойди, покажи. Глянь. Ага, так... копать, смотри, видишь? Класс. Вообще классный, да, видончик? Сундочку сейчас я сниму. Видно? Круто, первый раз такое вижу. А тут видишь, когда прошелся, смотри, следи, видишь, какие-то. Вот. Вот. Кабан, может, копал, не знаю, глянь, достаю. И копать не пришлось. Да, Первая мировая Т. Стоит вверху. Первая мировая. Угу. Есть, да? Угу. Сейчас я вытрушу его. Класс. Ну да, я, знаешь, так думал, сейчас буду копать. Что-то будет такое крутое, глубоко. Ну, хорошо, интересно. Здесь интересно. А, что это железяка лежит? Ну, смотри, вот видишь, Жень? Вот. Видишь? Угу. Сейчас подожди. Железяка спрятана. Может, какая-то каша, не проверим. Деревом привалило. Ну да, может, деревом не менялся какого-то, не селенка привалило. Сейчас мы посмотрим. А вот, наверное, какая-то обувь. Обувь пошла, посмотри, покажи. Кожаная? Да, кожа всегда. Что я сейчас включаюсь? Угу. Где в этом стиле? Интересно. Да, это интересная находка. Это уже поинтереснее, ты знаешь, под нем. Не поднимается, видишь? Я уже его и так, и сяк. Смотри. Глянь. Ты видишь? Да. Привалило деревом, видимо, потом все. Да. Это мальчик старый. Пень. Обувь, я даже не знаю. Может, его здесь. Он видишь, под этими корнями лежит. Ваш. Если это не. Я думал, что это. Смотри, давай сюда в сторонку пойдем. Погоди, это что же наши идеи? Да нет, это не из наших. Не? Не наших. Посмотрим сейчас. Сумка какая-то, да. Ну, на Невскую не очень похоже. Угу. Заняла полностью. Карманов нет. Угу. А, не есть карман. Вот карман, да. Есть. Бросаю, давай. Пошли. Дальше. О! Ох, ни хрена себе! Ес! 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 Сейчас, как ес! Вот это находочка, слышишь, сейчас. Сейчас, подожди. Вот это находочка сегодня. Сегодняшняя находочка класс. Сейчас, подожди. Да, ребятушки. Глянь. Охренеть. Капец, золото, лянь. Лянь. Бриллианты. Золото, бриллианты. Всем привет. Телевизионный канал Викинг. Канал номер один по поиску приключений, сокровищ и кладов. Как всегда, целуем подкову на удачу. Эта подкова приносит удачу вам и нам. Самое главное, не переключайтесь. Сегодня будут очень интересные раскопки. Пожалуйста, посмотрите, посоветуйте своим друзьям. Сокровища, клады, приключения, все здесь. Это реально интересно. Канал номер один. Будет классно. Приключения только начинаются. Что у нас здесь лежит? Тоже копал, кстати, яму, не закопал за собой. Это получится фрагмент старинной ложки.
Вот так он окислился, получается, этот фрагментик. Угу. Продолжаем искать сокровища и клады. Не переключайтесь. Реальные артефакты, интересные находки. Сигнал продолжается. Мы предполагаем, что, скорее всего, ее взрывом разорвало. Сейчас будем стараться докопать. Надеемся, что будет фрагмент побольше. Не докопали. Камушек вот такой. Не докопали. Сейчас будем докапывать. Сигнала уже нет. Странно. Нет, сигнал есть. Долго пиликает, корни немножко мешают. Так хорошо звенел, сейчас вообще звон пропал. Сейчас не докопали. Ага, что зацепил. Ага, вижу вот гвоздь. Не, хотя гвоздь у нас не пищит вроде как, сейчас проверю. Это даже не гвоздь, это не гвоздь, а как это фрагмент проволоки стальной. А сигнал идет глубже. Показывает монету. Посмотрим. Корни, смотри, как мешают, видишь? Угу. Показывает. Так, ага. Опять. Так, вот что-то уперся, ага, есть. Экспонат. Ага, я вижу. Видишь, вот, да? Что-то сейчас такое, да. Сейчас я его расчищу, покажи. Прям под корнями, видишь? Прям под корнями, сидит? Да, вот это беленькое. Ну, вот он. Чистим артефактик и достанем. Фрагмент чего-то интересного. Будем отмывать и смотреть. Так тяжело сказать. Краска сохранилась, может что-то с войны. А какой-то металл, на что? Тяжело сказать, ну. Какой-то дюралюминий. Реальные находки, артефакты. Сегодняшний день в лесу будет очень интересный. Не переключайтесь. Идет сигнал. Не очень четкая пробка, но надо копать, потому что здесь рядом кто-то копал, не кто-то закопал ямы. Может, здесь что-то интересное есть. Сейчас проверим. Выкопали, сейчас посмотрим. Да, выкопали. Ага, вот есть. Есть, это пуля. Такая. Вот такая очередная зачетная находочка. Стараюсь ее так. Вот так получше должно быть видно, да? Да, отлично. Не переключаемся. Ой! Будет интересно, давайте смотрим дальше. Идет сигнал. Интересно, сейчас отключаемся. Глубоко показывает, будем копать. Здесь кто-то копал уже, видно. Или копал, или грунт просел. Обрати внимание, видишь? Угу. Сейчас будем раскапываться. Берем лопату. Начинаем не спеша потихонечку копать.
Значит, первая находка, которую мы нашли, очень необычная. Вот такой вот какой-то кожаный сандаль. Я даже не знаю. Тапок женский. Вот такая необычная находка. Что там будет дальше, конечно, страшновато становится копать, но будем дальше копать и смотреть. Будем вам все показывать. Подошва тоже сделана с кожи. Сигнал идет. Значит, за это время выкопали камней. Нам это не показывают, сейчас покажем. Какие разные камни встречаются. Копали. Сейчас такие интересные. Сейчас идет звон. Не знаю, что там под этим башмаком будет. Башмак еще раз покажи. Что там? Не хотелось бы, конечно, никого выкапывать. Сейчас уже докапываем. Уже приближаемся к цели. Вот пошел целлофан. Даже не знаем, копать. Что, боимся, что это будет что-нибудь такое после этого башмака. Не очень хорошее, если честно. Что это может быть, не знаем. Будем расчищать. Вот так потихонечку. Что-то в целлофане лежит. И звенит. Самое главное, что лежит, извини, замотано, кстати, вот скотчем, я смотрю. Фу, сейчас песок выгребу. Мешает немножко. Так, сейчас буду подкапывать его, чтобы не... Буду сейчас его стараться вытащить. Не, надо обкапывать. Не идет. Что-то интересное, большое. Самое главное, не переключайтесь. Так, все, сейчас я его. Сейчас еще. Еще постараюсь его сдвинуть, потому что видишь, оно как сидит. Угу. О! Пошло. Пошло. Находочка пошла. Сейчас вот так. Сейчас. А, есть. Фу, сейчас. Так, сейчас. Синичка, берем ножик. Другой. Будем посмотреть, что это. Потихонечку. Аккуратненько. Так. Ага. Реально стремновато. Тут что-то лежит, смотри. Видишь? Сейчас. Угу. Сейчас открываем. Сейчас откроем. Что здесь у нас подтекивает? Сейчас откроем, что может. Лежит. Так, есть. Есть. Раскрыли. Что-то замотано. Ты знаешь, я уже знаю, что это. Ну, сверху тоже кажется. Я уже знаю, что это. Смотри. Yes! 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 Я уже знаю, что это, но пока, месяц, ты же знаешь, мы люди... Как говорится, из народа. Сейчас смотрим дальше. Сейчас. Сейчас смотрим. Сейчас срежем.
комары сразу активизировали, знаешь. Угу. Дают нормально поработать. Yes! Меня только не направляй. Это глушак, посмотри, покажи. О. Это глушитель. Сейчас, похоже на глушитель. Сейчас, подожди. Это да, это тебе не хухры-мухры. Я даже не знаю, будем ли мы это показывать, если так серьезно вообще говорить. Ну, если честно, то да, это вам не шубу в трусы заправлять. Такое даже... Хотя, опять же таки, мы же не верим, что мы это с тобой забираем. Мы сейчас это возьмем и закопаем обратно. Да, обратно закопаем, конечно. Обратно закопаем, да и все, зачем нам лишние проблемы. Нам не нужны лишние проблемы, понятное дело. Так, посмотрим. Посмотрим, просто вам покажем, закопаем, дальше пойдем. По грибы. Да, дальше пойдем грибы собирать. Так. Такой крутой глушачок, видел? Ну так, серьезненькая находочка. А нет, это не глушачок. Поржавел немножко, конечно. Стволик подржавел. А вот видно даже. Ржавчина, видишь, смотри, вот. Угу. Ничего себе, слышишь, это что, английская, американская. А, слышишь, Мехико. Made in Mexico, посмотри, вот. Угу. Видишь? Made in Mexico. Мехико. Его, смотри, поржавел, видишь? Да, ржавый. Ржавенький такой. Уже. Нечищенный, кстати. Давненько пролежал. Глянь, посмотри. Вот это крутизна, если честно. Ну, такого мы еще не находили. Мехико это... Это Америка, да? Южная Америка? Мехико. Да. Да, Южная. Южная Америка, мне кажется, да? Так, что... Мексика. Мексика, да? Угу. Слышишь, круто, это винчестер. Глянь. Ух ты, ни хрена себе. Так, номер прикрываем. А ну-ка. Вот, смотри, модель... А ну. Не, я же прикрываю номер. Ага. Модель 88, может он в розыске. Угу. Маверик, круто. А ну-ка, сейчас, подожди-ка. А ну-ка, давай вот так. Фу, круто вообще, глянь. Работает? Работает, а ну-ка. А, нет. Крок что-то не работает. Заклинило. Ну, почистим потом. Ну, угу. Точнее, закопаем. Закопаем, закопаем. Закопаем его, если честно. Чего он заклинил, мы не знаем. Yes! 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 И yes! Разбираемся. Элементы поржавели немножечко. Ну, сейчас разбираемся, как оно тут работало. Как-то так оно тут вставлялось. Кстати, разобрались и с механизмом. Смотрели про Арнольда Шварценеггера, когда он воюет с разными уродами инопланетными? Он делает вот так. Потом делает так. Потом так. Короче, немерено крутой. Сейчас, сейчас подожди, слетело. Сейчас как-то тут здесь крепилось. Подожди, сейчас разберемся. В общем, я вам скажу честно, ребятушки. Понятное дело, что мы его закапываем. 88-го года. Даже не знаю, встать может быть надо, я не знаю. Угу. Сидя как, знаешь, как бакула. Я так понял, какие-то ребята в 90-е закопали тут его. Ну, если он 88-го года. Это схрончик. Ржавый уже. Слушай, а что там болталось еще в этом, ты показывал? Сейчас, подожди, я же самое тут. Я еще туда не заглядывал. А. Подожди, мы посмотрим. Может, и показывать нельзя. Вот так. Ось, ну как, нормальненько так? Серьезно? Ну, круто, реально, да. Круто, да. Реально круто. Я вам скажу честно, ребята. Давайте, наше видео реально, как и мы сами. Давайте к нам на канал, смотрим, показываем родственникам и друзьям. Модель 88 года. Лихие 90-е прошли, а артефакты остались. Кто-то же должен их находить. Команда поисковиков и работает. Классное видео, классные находки. Целуем на удачи, вот так, вот так. И сейчас самое главное, что же там? Смотрим. Смотрим, что же тут у нас находится.
сейчас не видно. Ого, это мы с тобой... Ты знаешь, что я тебе хочу сказать честно? Без всяких, ребята, обедняков. Что-то здесь есть. Давайте, наверное, на вторую часть зайдем. 3 миллиона лайков. Нет, уже 3 миллиона у нас было. 3,5 миллиона лайков. Кому нравится? Пальцы вверх. Кто такие выкапывают каждый день по 300 штук? Пальцы вниз. Кто считает, что наши приключения неимоверные находки, классный канал, пишем нам отзывы, пишем нам комментарии, боремся с теми, кто матюкается, подписываемся. Вперед! Сейчас, подождите, ребятушки. А, вот, вот так, заело немножко. И смотрим вторую часть продолжения.